Спокойно и тихо, бумага спит, не шелохнется, не зная черного греха, нагих чернил и злого солнца. Здесь руки не нужны, ранье до вечера забыть, и все, что в пути должны спешим отдать, и снова просим. Блеск, Володя, я ее просто пока еще не вышел, но это чудо. Конечно, когда еще, понимаешь, когда ты слушаешь одно, а когда поешь, ты просто начинаешь, ну, проникаться. Это важно, это часть моего репертуара.